выпуска о чрезвычайном происшествии в Баренцевом море. При проведении учений Северного флота в установленное время вышла на связь многоцелевая атомная подводная лодка «Курск», находившаяся в море в районе учений. По предварительным данным, на корабле произошли неполадки, в результате которых подводная лодка была вынуждена лечь на грунт в районе боевой подготовки Северного флота в акватории Баренцева.